В Рио председателя правительства Республики Таймур Астускаев провел совещание с членами Кабинета министров и главами районов. Обсудили вопросы реализации национальных проектов и госпрограмм. По ряду направлений Северная Осетия равняется и даже опережает среднероссийские показатели. Это такие нацпроекты, как малое и среднее предпринимательство, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, культура, образование. Вместе с тем Таймур Астускаев очередной раз обратил внимание коллег на строгое исполнение обязательств по строительству, реконструкции и ремонту объектов социальной инфраструктуры. На совещании были озвучены и планы республики на ближайшие годы. Это строительство новой системы водоснабжения горных населенных пунктов Алагирского района, Мизура, Нузала и Верхнего Сгида. Как рассказал в Рио министр ЖКХ, топлива и энергетики Майрон Тамаев, Саратовский институт проектирования уже занимается разработкой проектной документации на эти объекты. К концу октября работа по ее подготовке должна быть завершена.